Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу рассказать про официальный маркетинговый план компании Oriflame. Вот такой вот есть у меня журнал. Это официальный план успеха. И сегодня поговорим именно об этой официальной лестнице успеха. Мы приглашаем не на продажи по каталогу, мы приглашаем именно на эту официальную деятельность компании. Итак, приступим. Конечно же, сегодня разберем, какие деньги мы предлагаем зарабатывать. Вот здесь подробная лестница успеха. Самая первая ступенечка, на которую мы приглашаем, это директор. Доход на уровне директора от 7 тысяч гривен и выше. Премия на уровне директора первая – это $1000. Именно на такой доход мы приглашаем вас. Конечно же, я хочу рассказать, что самая комфортная ступенечка в компании – это старший золотой директор. Это когда вы уже начинаете под собой выращивать директоров, помогать людям становиться на уровень директора. Здесь доходы уже от 20 тысяч гривен, от $1000, и уже есть бесплатные путешествия на 2 человека от компании и раз в год, да? Поэтому начнем мы с вами с уровня директор, а дальше, конечно же, тут вы уже всему научитесь и сможете в своей команде помогать своим людям становиться на уровне директора. Так, и приступим. Я хочу рассказать, что никто сюда не пришел директором, да, все пришли сюда с нуля, пришли, зарегистрировались и в команде один. Но если начать разобраться в компании и начать приглашать других людей, вы сможете двигаться по карьерной лестнице. И вот такая вот лестница до уровня директора. Ваш путь начинается с уровня 3%. Чтобы выйти на уровень 3%, нужно организовать товарооборот на 150 бонус-баллов. Под каждым продуктом в каталоге есть количество баллов, и именно в баллах компания считает все по маркетинг-плану. Это такая вот валюта компании. Доход ваш на уровне 3% будет 50-100 гривен, да, и в команде вы можете быть один. 150 баллов – это приблизительно 1500 гривен. Следующая ступенечка, которая идет по маркетинг-плану, это 6%. 6% вы выходите, когда ваш товарооборот уже от 450 баллов и выше. Ваш доход уже 250 гривен, плюс-минус, да, то есть здесь доход не фиксированная ставка. Здесь будет все зависеть от товарооборота в вашей команде, и это я более подробно вам тоже покажу в конце. На уровень 6% можно выйти уже с командой в 5 человек. Да? Следующий уровень 9% – это уровень менеджера. Групповой товарооборот на уровне 9% составляет уже 900 баллов и выше. Доход уже до 700 гривен. В команде может быть 10-15 человек. Следующий уровень – это 12% и товарооборот вашей группы 1800 бонус-баллов. 1800 бонус-баллов вы можете создать уже с командой в 20-30 человек. Ваш доход за такую организацию будет уже до 1500 гривен. Следующий уровень менеджера – это 15%. Товарооборот вашей группы 3000 баллов. И такой товарооборот могут сделать уже 40-50 человек в вашей команде. Помните, что приглашаете людей не только вы, приглашаете людей вы вместе со своими спонсорами, со своей командой. Доход на уровне 15% – 2000 гривен. 18% – товарооборот 5000 баллов. Доход уже 2500-3500 гривен. И в команде уже 60-70 человек. Следующий уровень – 22%. Это товарооборот группы составляет 7500 баллов. И это открытое звание директор. Если вы продерживаете 8 каталогов эту ступенечку, 7500 баллов, ваш доход будет от 5-7 тысяч гривен и выше, и вы закрываете звание директор и получаете премию, первую премию $1000. В команде
чтобы выйти на уровень директора, в команду нужно плюс-минус 100 человек, активных пользователей на сайте. Зарплаты средние указаны на каждом уровне, не учитывая премий. Премии бывают разные, разные акции, разные премии, в зависимости от акций будут зависеть ваш доход. Количество людей в структуре тоже указано среднее, но это среднее количество, да? На уровне директора может быть и 50 человек в команде, на уровне директора может быть и 200-300 человек в команде. Все будет зависеть от вашей работы с людьми. И идем дальше. С уровня менеджера 9% вы уже можете проходить квалификацию на тусовки менеджерские. У нас такие тусовки в основном в Киеве, Одесса, да, и на этих тусовках всегда все включено, всегда какие-то звезды присутствуют, это большая команда, это наряды, это еда, выпивка, это поздравления, чествование, салюты, это реально очень крутое признание ваших успехов. То есть вы сделали небольшой уровень еще, да, и вы можете уже получить за это вот такие вот чествования. И это как дополнительное, да, такое вот поощрение от компании. Мы очень любим такие тусовки. Приезжаем туда и с мужьями, и с детьми, и с командами. Это очень круто, когда можно работать онлайн, но встретиться всегда мы можем офлайн в разных городах. Идем дальше. С уровня менеджера также существуют и заграничные конференции. С уровня менеджера 15%. То есть за товарооборот 3000 баллов. 3000 баллов это 30-40 тысяч гривен товарооборот. Вас компания бесплатно может повезти в какую-то страну. Да? Вот наша команда была уже в Египте, в Турции, в Хорватии. И 2019 в Турции нас было аж 16 человек с команды. Уже вообще со всей команды на наших партнеров путешествовало 40 человек в 9 стран мира. Это реально крутые возможности бесплатно путешествовать. Это все реально, мы проверили, мы прошли, и вам тоже поможем проходить такие квалификации. Так, и мы дошли с вами до уровня директора. То есть это тот уровень, на который мы вас приглашаем и на который мы вам поможем дойти. Что такое уровень директора? Директор – это товарооборот группы уже 7500 тысяч баллов. Средняя зарплата от 7000 гривен и более. Есть зарплата на уровне директора и 15. С премиями бывает больше. Все зависит от построения группы. Да? Это все мы с вами в процессе разберемся. Также за уровень директора компания выплачивает единовременную премию 1000 долларов. Когда вы закрываете уровень директора, компания приглашает вас на банкет директоров на два лица. И, конечно же, еще компания дает серебряный значок. Ну, это такая вот ухтышечка за ваше звание. Мы уже на банкетах директоров с 2015 года, уже 2015, 16, 17, 18, 19, и в этом году уже будет 6-й банкет, который мы посещаем. Это просто нереально крутые тусовки, где вас просто поздравляют, чуть ли не на руках носят. Это то, что, в принципе, тоже очень сильно здесь драйвит и заводит двигаться по карьерной лестнице. Следующая ступенечка после директора – это старший директор. Что нужно сделать, чтобы стать старшим директором? Нужно помочь одному человеку в своей команде выйти на уровень старшего менеджера-директора. Да? То есть есть вы стали 7500. У вас есть партнеры, находите у себя в команде партнера, который делает отдельно от вас 7500 тысяч баллов. У вас важно, чтобы в персоналке было 7500 тысяч баллов от него. И когда у вас есть этот человек, то есть одна 22% группа в команде и персональная группа 7500, тогда вы открываете звание старший директор, 8 каталогов, и вы его закрываете. Зарплата на таком уровне от 10 тысяч гривен. Единовременную премию компания выплачивает 1500 долларов. Также за это звание 2 билета на банкет директоров.
пассивный доход на этом звании уже, да, когда вы помогли одному человеку стать директором, компания вам с его товарооборота, вам компания выплачивает 5% директорский бонус. На минуточку это минимум 3600 ваш пассивный доход уже составляет. Также на уровне старшего директора тоже еще есть серебряный значок. Вот на картинке я показываю. Вы помогли стать одному человеку директором, и еще у вас есть персональная группа с товарооборотом 7500. Вот в таком случае вы старший директор. У нас в команде есть старшие директора. На нашей фотографии это Елена Галянт, старший директор. Директоров у нас уже 32 в команде или 34. Каждый каталог команда растет. Поэтому все реально, все возможно. Двигаемся дальше. Золотой директор, следующая ступенечка по маркетинг-лестнице. Да? То есть я это все показываю по этой лестничке. Да? То есть директор мы с вами обсудили, старший директор обсудили, следующая лестница – золотой директор. И здесь на лестнице я тоже показываю. Это уже вы помогли двум людям со своей команды стать директорами. Вот как показано на картинке. Вы и помогли двум людям стать директорами. Вы уже становитесь золотым директором. Средняя зарплата в месяц 14 тысяч гривен. Единовременная премия 2000 долларов. Вашим партнерам компания заплатила по 1000 долларов. Вам компания выплачивает 2000 долларов за то, что вы пригласили и научили этих людей. Также с уровня золотого директора участие в автопрограмме «Мой автомобиль» от Oriflame. Приглашение на банкет директором на 2 лица. Пассивный доход 5% директорский бонус с первой линии. И когда у вас в глубине появляются директора, еще с директоров вашей глубины компания вам выплачивает 2% золотой бонус. Также компания еще вам дарит золотой значок, очень тоже приятный бонус, и золотая конференция раз в год в разных странах мира. Вот у нас тоже есть уже золотые директора. На слайде у нас Наташа Собуляк, мамочка двоих деток, золотой директор. Все возможно, все реально. И идем дальше. Следующая ступенечка. Да, вот я показываю и значки, показываю премии, и показываю премия, когда приходит премия на ваш счет. Да, это скрин. Здесь одновременно премия и 1500 и 2000 долларов за выполненную работу в компании Oriflame. Вот таким вот образом приходит вам премия от компании. И на сайте вы можете видеть свою зарплату, это скидка, и бонус, о чем я вам говорила, да, директорский бонус 5% и золотой бонус 2%. То есть вот это вот так вот на сайте видно ваши доходы. Очень круто тем, что компания все считает за вас, ваша задача только рассказывать другим об этих возможностях. Так, идем дальше. Следующее, да, что имеет золотой директор? Это золотые конференции. И золотые конференции – это очень крутые тусовки, очень крутые путешествия и в такие очень классные экзотические страны. Мы уже были на вот таких вот золотых конференциях, да, Турция в 2016-м, круизный лайнер по трем странам – Греция, Турция, Италия в сентябре 2017 года. Это было просто нереально круто, и даже просто, даже я даже подумать не могла, да, помечтать не могла, что я смогу быть на такой конференции. Это был Мадрид, Испания, летом 2018-го. В прошлом году Пальма де Майорка, лето 2019, тоже с командой мы были. Очень круто. Это крутейший остров, красиво, классно. 7-8 дней бесплатного отдыха, где все включено. И, ну, это очень круто, это очень круто. И есть возможность проходить по две путевки на золотую конференцию. Мы уже с мужем путешествуем вдвоем. Поэтому вот такие вот еще дополнительные поощрения дает компания. И на этом тоже не останавливаемся. С уровня золотой директор и выше компания дарит еще и автомобиль в подарок. Автопрограмма с уровня золотого директора выпущена недавно, да, то есть 1,5 года в Украине, и за 1,5 года уже 42 автомобиля получили партнеры компании. Вот на первой картинке это вручение именно нам,
с мужем автомобиля от компании. Вот еще пару примеров. Это девчонки, мамочки в декрете, которые получали свои автомобили. Очень крутая возможность, я хочу сказать. Очень приятно ездить на новом автомобиле. Ну, нереально круто, поэтому я рекомендую все-таки разбираться в этих возможностях и выходить на такие уровни в компании. Следующий уровень по маркетинг-плану я показываю на маркетинг-плане. Это старший золотой директор. И здесь на картинке я тоже показываю, да. Что такое старший золотой директор? Это когда вы, то есть вы уже были, помогли двум людям. Сейчас вы берете нового человека и помогаете третьему человеку стать директором, да. Три директора в вашей первой линии. Средняя зарплата уже от 20 тысяч гривен. Единовременная премия 3000 долларов. Приглашение за ваше новое звание на две лица на банкет директоров. Участие в золотой конференции на два человека. Пассивный доход 5% от трех директорских веток. И золотой значок с гравировкой. Старший золотой директор, вот мы получали свой чек на банкете директоров. Очень круто, очень классно, такая премия, поэтому... рекомендую. Это уровень самый комфортный, его легко сделать, его легко повторить, и если вам даже не хочется двигаться дальше по карьерной лестнице, этого уровня достаточно, чтобы дома комфортно жить, проживать в удовольствии, да? На этом уровне можно, в принципе, остановиться. Идем дальше. Следующий уровень – это сапфировый директор. То есть было у вас три директора, помогаете четвертому директору выйти на уровень директора. Средняя зарплата в месяц уже от 30 тысяч гривен. Единовременная премия 4 тысячи долларов. Приглашение на банкет директоров на два лица. Участие на золотой конференции на два лица. Пассивный доход уже будет у вас с четырех директорских веток. И золотой бонус 2% от глубины. И еще добавляется 0,5% сапфировый бонус от глубины внизу. И, конечно же, золотой значок с гравировкой. Это тоже такой уровень, мы его прошли, мы знаем, как это сделать, и вас тоже научим. Самое главное, применять те действия, которые мы вам даем. Следующее звание по карьерной лестнице. То есть это была у нас голубой сектор, директорская команда. Следующий идет уже вот желтенький сектор. Это бриллиантовая команда. И самое первое звание здесь бриллиантовый директор. Что нужно сделать? У вас было 4 директора. Помогите еще двум директорам выйти на уровень директора. У вас будет 6 директоров первой линии, и вы станете бриллиантовым директором. Средняя зарплата в месяц 50 тысяч гривен и более. Я хочу сказать и более, потому что на самом деле доход уже выше. Единовременная премия 6 тысяч долларов. Очень круто, я вам хочу сказать, получать такие премии мы получали. Автопрограмма дополнительная, да, то есть уже можно круче автомобиль брать на таком уровне. Приглашение на банкет директоров на 4 лица. На 4 лица. Не на 2, а на 4. Это очень круто. Участие в золотой конференции на 2 лица, участие в бриллиантовой конференции на 2 лица, пассивный доход 5%, директорский бонус 2%, золотой бонус 0,5%, сапфировый бонус и 0,25% бриллиантовый бонус. Это то, о чем мы говорим. Мы приглашаем на создание пассивного дохода. Проработав 5 лет, да, минимум, вы можете выйти уже на пассивный доход 20, 30, 40, 50 тысяч гривен. Также компания дарит еще и золотой значок с бриллиантами. У нас это тоже есть. Ну, дополнительная ухтышка, уже много значков. И идем дальше. Я покажу, вот как приходят премии. Это две премии за уровень сапфирового директора, премия 4 тысячи долларов, да, то есть сумма пришла на карточку одним платежом 127 тысяч гривен. И премия 6 тысяч долларов, 196 тысяч гривен. Ребят, это пришло одним платежом вместе с зарплатой. Очень крутая возможность. И я хочу сказать, мы сейчас на этом уровне. Этот уровень действительно уровень
который показывает совсем другую жизнь. Это путешествия, это доходы, это премии, это новые автомобили. Это просто кайф и удовольствие, получаемое от жизни. На эти возможности я приглашаю. Я не приглашаю просто на каталог и на скидку. Я приглашаю двигаться дальше и получать немножечко круче перспективы. И идем дальше. Что же нужно, каким еще может быть доход, да, то есть мы дошли до бриллиантового директора, но доходы могут быть дальше выше. Это все то, что можно здесь зарабатывать. И есть партнеры, всегда компания чествует таких партнеров, и это нам всегда все показывают. На банкетах директоров мы видим, на золотых конференциях мы видим чествование таких людей. Они есть, и это реально круто, классно. Поэтому, ребят, здесь компания, которая готова вам платить в долларах. Поэтому сюда мы приглашаем. Вот следующий уровень, который еще может быть, и это наши спонсоры, да, это вот здесь уже президентская команда, уровень старший президент, наш Алексей Николаевич Севрук, и человек, который получил в компании 560 тысяч долларов и Mercedes, новенькую машинку, да, я как раз пришла в компанию, когда он это получал, поэтому я это все прекрасно знаю, видела, я тогда была совершенно новичком, хочу сказать, ну, нереально крутые были вот впечатления после этого всего увиденного, да, и когда кто-то говорит, это не мужской бизнес, какая разница, да, ну, то есть компания, которая платит деньги, а мужчинам, конечно же, функция основная зарабатывать, поэтому здесь их зарабатывают мужчины, никаких ограничений женщины, мужчины здесь есть деньги. Именно на это приглашаем. И в 2010 году эту всю лестницу прошла россиянка Тамила Полежаева, и компания выплатила чек на 1 миллион долларов. Это единственная компания сетевая в мире, которая выплатила такой огромный чек. Во многих сетевых компаниях есть маркетинг-лестница и есть какой-то потолок, но ни одна компания еще не выплачивала 1 миллион долларов. Наша компания выплачивала, и если кто-то один смог, значит, и будут люди, которые это повторят. Поэтому здесь нет ограничений, нет предела, самое главное – ваши амбиции и ваше желание зарабатывать больше, чем вы имеете сейчас. И за что же платит компания? Компания платит за товарооборот, за организацию товарооборота. Как организовать товарооборот? Ребят, очень просто, да? Организовать себя, личный товарооборот. То есть поменять привычку покупать в обыкновенных магазинах и начать покупать в каталоге Oriflame. Я уже 6 лет покупаю в этом каталоге, и классный продукт, высокое качество, доступная цена, очень удобно делать онлайн покупки, очень удобно дарить эти подарки, то есть это мой магазин, и я в этом магазине скупляюсь. Это первое, что нам нужно делать, скупляться самому, рекомендовать в своем окружении. И дальше, чтобы вы росли по маркетинг-лестнице, наша с вами задача научиться приглашать людей в команду. То есть называется это рекрутинг. Как приглашаем, мы вас научим, мы даем разные методы, каждый выбирает свой метод, есть метод по списку знакомых, есть разные соцсети, есть разные доски объявлений, мы всему научим, мы вам расскажем и поможем, как, да, но самое главное понять, что вам нужно научиться приглашать. Я вам хочу сказать, что очень многие люди приходят на возможности этой компании, потому что здесь есть дисконт, подарки, здесь есть доходы дополнительные, доходы высокие, премии, автопрограммы, путешествия, свобода, команда единомышленников и так дальше. Здесь есть много уникальных возможностей. Самое главное, вам научиться про них рассказывать другим людям и приглашать других людей в компанию. И какое количество людей нужно и на каком уровне. Я вначале вам уже проговорила, вот я показываю вам расчетную табличку, да, то есть 3% это
количество бонус-баллов 150, да, то есть если брать расчет, что каждый человек, ваш ключевой партнер, делает 150 баллов, то в команде это один человек. На уровне 6% в команде 3 человека. На уровне 9% в команде 6 человек по 150 баллов. Но средний балл может быть любой, да, если будет средний балл ниже, будет больше количество людей, это тоже реально и тоже можно делать. Я вам показываю самое выгодное построение структуры, да, и на уровне 22% вы можете сделать уровень 22%, и в команде будет быть 50 людей. Но это очень хорошее построение структуры, да. В среднем, как я уже вначале сказала, директорская команда – это 100 человек, приблизительно со средним заказом 75 баллов. Но я показываю среднее, как будет на самом деле у вас, это мы с вами уже это все рассмотрим. И, конечно же, вот доходы, которые вы можете зарабатывать. Идем дальше. Как организовать свой личный товарооборот, да, то есть нам нужно научиться самому организовать личный товарооборот и научить своих партнеров. Что входит в заказ 150 баллов? Это то, что нужно каждому из нас. Например, шампунь, кондиционер, гель для душа, зубная паста, мыло, крем для рук. Нужно? Нужно. И вам в семью, и вашей маме, или вашей куме, или вашей подруге. Два таких наборчика, да. Плюс... можно взять водичку мужу или себе, или маме, или подруге. Можно взять витамины себе или мужу, или витамины ребенку. И в среднем вот так вот получается сделать личный товарооборот на 150 баллов. И если вы научились сами, научите 50 людей делать то же самое, и вы директор этой организации. И идем дальше. Как правильно строить команду, мы вам научим, поможем, подскажем, конечно же. Вы сейчас зарегистрировались, и под вас уже спонсор регистрирует других людей. То есть вот показано на картинке, да? Вот вы, Маша, и наша команда уже регистрирует под вас людей. Появляются партнеры, и они точно так же регистрируют уже в команду людей. Вот вместе мы строим одну спонсорскую веточку и ведем учет в чате Viber, кого под кого регистрируем. Это все мы вам научим, покажем. И дальше, когда вы уже выйдете на уровень менеджера, вы уже начинаете строить свою другую директорскую команду. Да? То есть первая веточка – это ваша первая директорская команда, которую вы строите вместе со спонсорами. Ваша вторая веточка – это уже ваша вторая команда директорская, да, которая в будущем будет, и вы строите ее один. Это все обсуждаем индивидуально со спонсором, кого, куда, когда регистрировать. Это все, самое главное, научиться приглашать и регистрировать других людей. И дальше, как считается зарплата, вот этот вот слайдик себе сделайте фотографию и имейте в виду, да, то есть смотрите, есть вы и вместе с командой вы строите одну веточку, если у вас будет одна веточка, она всегда будет подпирать вас по уровню и дохода не будет. Поэтому важно вам научиться и начать регистрировать также свою команду. И здесь я показала расчет зарплаты при ваших трех ветках. Вот, смотрите, это вы вместе с командой вышли на уровень 2000 баллов по маркетинг-плану, это 12%. И смотрим, да, у вас есть одна веточка, она дала 450 баллов, вторая веточка дала 550 баллов, это 6%, третья веточка дала 900 баллов, это 9%. И как считается, да, вы на 12, вы от каждой веточки получаете разницу. 12 минус 6 – 6%, 12 минус 6 – 6%, и 12 минус 9 – 3% от этой веточки. И вот считаем, средний балл, объем продаж – это 11 гривен. То есть получается, да, у вас веточка Оли принесла 450 бонус-баллов, и мы переводим их в гривны. 450 бонус баллов умножаем на 11 гривен, получается товарооборот в гривнах 4950. И вы от него получаете 6% разницу, да? 6% это 297 гривен. От веточки Иры получаете 363, от веточки Ани получаете 297. От своих личных баллов вы получаете тот процент, на котором уровне вы находитесь, да? Вы находитесь на уровне 12%, от своих личных баллов вы получаете 12%.
13%, 198 гривен. И вот взяли все, подсчитали, и вот приблизительный доход на уровне менеджера 12%, это 1155 гривен. То есть это примерный расчет, как насчитывается зарплата. Все это индивидуально, у каждого это по-разному. Самое главное, со своим спонсором это все просчитывайте. И самое главное, приглашать других людей, потому что если нет других людей, нет товарооборота и нет дохода. Также важно понимать, что условия для получения зарплаты – это 150 личных баллов. Зарплату платят за товарооборот, мы не продаем, но наша задача – организовать личный товарооборот, то есть себя, свое окружение на покупке на 150 баллов. И дальше наша задача – давать людям информацию о нашем продукте и нашем бизнесе. Лично пользуемся, рекомендуем. И понимаем разницу – продать на 7500 тысяч баллов или купить на 150 баллов, да? То есть наша задача просто организовать личный товарооборот на 150 баллов и дальше приглашать людей и совместно с другими людьми организовать товарооборот на 7500 тысяч баллов. Вам продавать на 7500 баллов тысяч не надо. Вам нужно научиться делать 150 личный товарооборот. И вот, например, да, то есть как мы рассмотрели предыдущую картинку, вот вышла ваша структура на 2000 баллов, и если в этом случае у вас личных баллов от 0 до 149 баллов, то ваша зарплата будет 0, она вам не насчитывается. Поэтому важно понимать, если это сложно, мы это учимся, рассказываем, показываем, но этому, в принципе, реально научиться. Есть много людей, которые делают и больше. Поэтому с этим всем разобрались. Сейчас вы прослушали все первые ступенечки по маркетинг-плану. Сейчас ваша задача подумать для себя, какой более-менее комфортный ваш уровень, созвониться со спонсором и пропланировать себе тот уровень, на который вы хотите достичь. И помните, что на уровень директора за день не приходят. На уровень золотого директора тоже за месяц не приходят. Важно понять, что вам нужно пройти эти уровни, и вместе со спонсором, с командной поддержкой вы это сможете проходить. Мы прошли, и вы пройдете. Поэтому успехов вам в достижении поставленных целей, пишите спонсору, и желаю удачи. Пока-пока.